Десятки жалоб на неубранный снег, наледь, сосульки на крышах многоквартирных домов ежедневно получают от татарстанцев коммунальщики. Жильцы опасаются, случайный сход ледяной массы может привести к тяжелым травмам и даже к смерти человека. Что делать, если коммунальные службы не спешат очищать крыши домов? И кто в ответе за содержание балконов? Об этом сегодня будем говорить в программе ЖКС, жилищно-коммунальные советы, с нашим гостем, с Эриком Шайдуллиным, заместителем начальника государственной жилищной инспекции Республики Татарстан, заместителем главного государственного жилищного инспектора Татарстана. Ирик Мамович, здравствуйте. Добрый вечер. Давайте мы напомним нашим телезрителям, что традиционно, как обычно, до начала эфира мы запускали опрос в нашей группе ВКонтакте. Группа называется «Эфир». Спрашивали мы наших потенциальных телезрителей, а вот крыша вашего дома очищена от снега, наледи и сосулек? Да, у нас чисто и безопасно, ответили 53,5% наших потенциальных телезрителей. 46,5% сказали нет, висят снежные глыбы. Это был, напомню, интернет-опрос. Такой же опрос у нас сейчас продолжается в данный момент в прямом эфире. Голосуйте чуть позже в программе, итоги обязательно подведем. Ирик Мамович, какие требования вот сегодня предъявляются к содержанию балконов? Расскажите. Вначале давайте мы дадим определение балкона. Что такое балкон? Балкон – это плита, которая имеет защитное ограждение, выступает за границы фасада дома, значит, и с трех сторон она свободна. Вспомним советское время. Вот мы иногда смотрим советские фильмы 60-х годов, видим, что балкон тогда были... Для того, чтобы выходить и дышать. Не были переоборудованы, да. Не было остекления, не было козырьков. И балконы были предназначены для отдыха людей. Вот есть фильмы, где люди выходят на балкон, делают зарядку, там, вы играют сейчас ностальгируете. Вы на музыкальных инструментах. Вы предлагаете вернуться в это время? Поэтому мы же хотим оградиться, мы хотим создать У людей, мир, у людей появлялось имущество. Наши многоквартирные квартиры, где нет кладовок, негде были складывать это все имущество. И люди придумали, давайте мы будем вкладывать их на балкон. Лыжи, санки. И, ну, не только санки, старые мебель и другие тяжелые предметы. Предметы в итоге стали переоборудовать наши балконы, остеклять, делать козырьки. Какие нарушения при этом? Какие нарушения? Речь идет допущены о последних этажах, да? Да, конечно, о верхних этажах. Какие нарушения? Ну, первое, да? Балконная плита, она имеет предельную нагрузку на, значит, пределах 200 килограмм на 1 метр квадратной общей площади балкона. А наши люди стали грузить там все, свое имущество, тяжелые предметы. Это первое нарушение. Второе нарушение. Не допускается, значит, без разрешения балконы переоборудовать. И третье нарушение. Запрещается устанавливать козырьки над балконами. Так, в итоге сегодня вот мы имеем то, что, значит, эти козырьки балконов, они остались у нас без обслуживания. По сути, конечно, значит, управляющая компания или ТСЖ, они содержат и проверяют, проводят работы по техобслуживанию балконной плиты, которая является общедомовым имуществом. А все то, что люди сами построили, стойки, там стеклопакеты, козырек, это уже не общедомовое имущество. Давайте мы звоночек нашего телезрителя послушаем, обязательно к этой теме вернемся, потому что мы подбираемся к самым острым моментам. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы знаете, вот опыт сбрасывания с крыши надо жилищной компании «Старый город». Так. По улице Коровченко, два дома. Там арка. И вот на пятом этаже Хабибулина звонит и туда, и сюда. И вы знаете, Жукова пригнала, значит, барщик. И что они сделали? Они взяли кучу снега и закрыли проход для пешеходов. Спасибо. Мнение ваше ясно. Это тоже, собственно, снег. Если у нас будет время, мы обязательно поговорим про складирование снега, где можно временно держать снег после уборки. Постараемся поговорить. У нас сегодня все-таки более важная тема про крыши. Так вот. Вот про пятый этаж, про крыши. Да, и в итоге, значит, это все считается самовольным. Вот все, значит, переоборудованные
наши балконы, они считают самовольными постройками. И, конечно, вот то, что сейчас они, вот козырьки не обслуживаются, в итоге мы имеем что? Вот накопившийся снег вот, во время оттепели намокает, образуется наледь, оно сходит и причиняет ущерб здоровью и жизни гражданам, и, конечно, имуществу. Так, что говорит кто закон? Должен, кто должен отвечать кто за должен это? Должен отвечать собственник, кто установил козырек. Но, понятно, собственник не может залезть на крышу или стать там на перил и самому сбрасывать снег и наледь. Должен заключить договор либо с управляющей компанией, либо с иной организацией специализированной, которые должны убрать это наледь и этот снег. Договор это разовый? Он позвонил, договорился, приехали если, специальные если люди, убрали специальные снег. Люди приехали, это разовый договор. Но договор заключается с управляющей компанией, он договор значит, на долгий срок, на год, на пять они могут заключить. Это платная услуга? Но это, конечно, управляющая компания, по сути, не должна это делать. Это же не общедомовое имущество. Но в итоге они должны закладывать смету значит, расходов на техобслуживание этого дома, в том числе включая затраты вот, на сбрасывание снега и налить этих, значит, так скажем, частных козырьков балконов. Давайте еще один звоночек послушаем. Алло, здравствуйте, мы вас слушаем. Алло. Алло, здравствуйте. Меня зовут Николай, проживаю по адресу Патрисия Лоба, 36. Сегодня случилось такое просто невероятное, как бы звонил. В общем, суть такова, то, что наледь огромная на нашей крыше и затопила, грубо говоря, по углу стенки нашу квартиру. Дозвонился до управляющей компании как бы воздействовала тому, то, что они приехали, лед быстренько скинули и дальнейшее сказали то, что будет завтра как бы произведен акт о ущербе. Угу. Вот. Но долгое время я как бы боролся, пытался, как сказать, ну не допустить этой ситуации. Подавать заявки в открытую казань, чтобы наледь всегда чистили вовремя. Но на что мне постоянно управляющая компания и подрядчик ЖЭО, в особенности, которая обслуживает наш дом, говорили, мы все делаем, мы сбиваем сосульки. А вызвать, допустим, ну, как бы, как сказать, машину, которая вот со стрелой приезжает и наледь скидывает, на это они мне отвечают, то, что у них нет денег. Понятен ваш вопрос. Вот постфактум. А крыша – это как раз зона ответственности управляющей компании. Да. Здесь ничего не попишешь, да ведь? Да, да, да. Значит, организация, кто занимается обслуживанием вашего дома, она обязана, согласно правил и норм технической эксплуатации личного фонда, своевременно устранять, значит, убирать, скидывать снег. Тем более были сигналы, есть нормативы. Снег, значит, скидывается, когда толщина снега составляет 30 сантиметров. Если же во время оттепели, то даже при меньшей толщине они должны убирать, значит, скидывать данный снег. Поэтому это прямая обязанность управляющей компании. Значит, если управляющая компания меры не принимает, значит, не скидывает, тогда уже вы можете обратиться в личную инспекцию, тогда мы меры примем. Я скажу, что невыполнение возложенных обязанностей управляющей компании, они у нас все лицензированные, там серьезные штрафные санкции, на должностных лиц 50, от 50 до 100 тысяч рублей, а на юрлиц от 250 до 300 тысяч рублей. Поэтому они это прекрасно знают, поэтому если значит, вы заявку дали одноразово, второй раз мер не принимает, пожалуйста, к нам можете обратиться, мы меры будем принимать. Еще звоночка из студии. Алло, здравствуйте, слушаем вас. Алло. А, здравствуйте. Здравствуйте. А, меня зовут Лисан, я хотела вот аналогичную ситуацию тоже озвучить. На улице Авазовского есть строительная площадка, где уже года три никакие работы не ведутся. Она огорожена, и получается между забором и проезжей частью сделан настил, по которому люди вынуждены ходить. И над ним есть козырек, который уже весь перекосился, огромное количество снега, и мне кажется, что это угрожает жизни
Спасибо, понятен ваш вопрос. Вопрос понятен. Вот объекты, понятен. Вот но это уже не относится к зоне ответственности управляющей компании. Это строительные фирмы, которые ведет там, возводят здание. Это они установили, значит, над пешеходной дорожкой навес, поэтому это относится к ним, к организации, подрядной организации, к строительной организации. Поэтому это уже надо обращаться. У нас другая организация есть, которая называется Госстройнадзор, поэтому нужно к ним обратиться, что они должным образом не содержат навес над пешеходной, так скажем, дорожкой, где ведется строительство объекта. Вот вы сказали, что, возвращаемся к теме козырьков на пятых этажах старых домов, хрущевок, в частности, старых, вы сказали, что незаконны они, вот эти вот козырьки, крыши. Их можно узаконить? И что это меняет? Если я узаконила козырек, это же ни о чем не говорит, все равно по-прежнему я ответственна. Если упала глыба на машину, все равно ответственность на мне. Не сотни, а многие тысячи, значит, балконов переоборудованы. Понятно, сегодня какие-то надо принимать системные меры, не просто одноразовые какие-то шаги. Прежде всего, конечно, необходимо собственникам установить снегодержатели, которые задерживают сход снега. Это раз. Второе. Это собственник должен делать? Собственник, собственник. Еще дальше. Раз, снегодержатели. Снегодержатели. Задержатели. Второе. Собственники, конечно, могут обратиться по вопросу узаконения самовольно изменённых вот, значит, козырьков, переворотных балконов. Есть перечень документов. Это через органы местного управления, есть проект, есть смета, в том числе показано смета, какие материалы при этом были применены при сооружении, остекления, ограждения балкона, потому что я же говорил, что балкон имеет определенную нагрузку. Затем должно быть согласовано также с службой главного архитектора, потому что сегодня что вот мы имеем, да? Вот если я же говорил про советские времена, все было чинно, благородно, а теперь смотришь на наши дома, и кто во что гораст, кто какой имел материал подручный, те обшивали свои балконы. Вопрос же безопасности, свои балконы. Ответственности. Поэтому они могут узаконить в установленном порядке. Крайний случай – это через суд. Но если плита балконная до такой степени изношена, и она уже не может нести эту вот предельную нагрузку, конечно, и суд откажет в узаконении, значит, этих самовольных построек. Но в любом случае к этому вопросу необходимо подойти более системно. Я скажу примеру, что одна управляющая компания на Верных Челнах предъявила более 100, значит, исков в суд о демонтаже самовольных построек балконов. Так, а информация в конце января, которая была про Казань, тоже про одну управляющую компанию Казани, которая тоже предъявила требование демонтировать там в течение недели. Это история правдивая, да? Ведь? Потому правдивая. Что сейчас я уже не могу потому что, найти. Потому что управляющие компании понимают. Имеют право на так делать. Имеют право. Управляющие компании понимают. Козырек. Если они мер не будут принимать к этим самовольным устроенным козырякам, тогда они попадают на ущерб. Я скажу, что если при этом будет угроза, и люди погибнут, или получат повреждения, ведь дела возбуждают против должностных лиц управляющих компаний. Понятно, страшно. Давайте подведем итоги, посмотрим наше голосование, чем закончилось. Да, у нас чисто и безопасно, крыши очищаются, ответили 30 с лишним процентов, каждый третий участник нашего голосования. И все-таки больше половины, две трети сказали, нет, у нас висят снежные глыбы. Надеемся, что наша сегодняшняя программа была полезна для наших телезрителей, они почерпают. Наши советы послушали. Если возможность есть, лучше узаконить свой козырек. Тем не менее, ответственность лежит на собственниках. Мы сегодня это услышали. Так ведь? Так. Так точно. Спасибо большое. Это была программа ЖКС. Мы сегодня говорили о том, что делать со снегом, с наледью, с сосульками на крыше. Как сделать наши крыши безопасными.